Следующая пара бойцов. Халиуллин Тимур. Простите. Против Павлова Кирилла. Павлов Кирилл, красный угол. Синий угол. 79 килограмм. 170 рост. Его соперник Павлов Кирилл. Красный угол. 82 килограмма, 180 сантиметров рост. Как настрой? Нормально. Готовился? Бойцы готовы? Поприветствуем бойцов! И поддержим их! Вас не слышно! Зачем вы сюда пошли? Чтобы покричать от души! Кричите! Аккуратно, аккуратно, парни, начали. О, Бэфэс! Стой, стой! О, это да! Это Бэфэс! Да, ну я скоро учу сейчас. Ручки, ручки держим. Алло. Опа, 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 опа. Все, быстрый, быстрый бой, очень быстрый. Решили не рисковать. И победитель Халиуллин Тимур. Тимур, не уходи.